Ну, что я хочу сказать? Я уверен, что тут все постоянно приводят прием по личным вопросам. Каждый день кто-то кого-то принимает. Но вот этот показатель – это то наихудшее отношение к людям, которые приходят к нам со своей болью. Мы можем быть с чем-то не согласны, мы можем быть со своим мнением, но мы с вами все вместе на работе нас занимаемся. И это поведение, оно никак не вяжется с тем, что я диктую своей команде у нас в Ставропольском крае. Поэтому вам спасибо, Константинович, спасибо вам большое. Можете выходить с планерки, вы не будете работать у меня в правительстве. Спасибо. Счастливо. Я хочу попросить всех, кто сейчас в зале находится, очень внимательно отнестись к этой ситуации. Я еще раз хочу повторить, если вы с чем-то не согласны, выслушайте людей, выслушайте. Если вы совсем не согласны, придите, у нас тут множество руководителей уважаемых, которые могут решить любой вопрос. Но людей с приема по личным вопросам выгонять нельзя. Что бы там ни происходило, грубое отношение нельзя. Что бы там ни происходило, повышение голоса нельзя. Что бы там ни происходило. И я очень прошу, и я вас, поверьте, все будет то же самое, как сейчас происходит здесь. Буду выгонять. Будете выгонять людей, буду выгонять вас. Люди к вам пришли не для того, чтобы слушать, и чтобы им указано на дверь. А люди пришли для того, чтобы получить объяснение или решить свою личную проблему, которых, поверьте, у них очень много. Будьте добры.